Работу энергетиков корпорации «Казахмыс» отметили министерскими медалями. Награды получили работники сразу трех теплоэлектростанций – Топарская ГРЭС, ТЭЦ Балхаша и Жасказгана. Все они в этом году отмечают более чем полувековой юбилей. О лучших в своем деле – наш следующий репортаж. В Караганде на сцене Дворца культуры Горняков прошла торжественная церемония награждения лучших энергетиков. Медалями от Министерства энергетики страны отметили сотрудников корпорации «Казахмыс». Награду получили работники сразу трех теплоэлектростанций «Топарская ГРЭС», ТЭЦ «Балхаша» и «Жасказгана». Медаль от Министерства энергетики из рук генерального директора «Казахмыс Энерджи» получила Анаргуль Асанова. Больше 25 лет жительница Абая работает на Топарской ГРЭС. Коллектив у нас очень дружный, всегда поддержат и помогут, потому что я на своей должности сейчас работаю 3 года. Ну так, это самое, много чему они могут научить и подсказать. В этом году на Топарской ГРЭС провели масштабную модернизацию. Благодаря ей компания смогла увеличить свои энергомощности. Вместо 6 котлов, необходимых для обеспечения населения теплом на станции, работает 12. По словам генерального директора «Казахмыс Энерджи», к любым внештатным ситуациям сотрудники станции готовы 24/7. Стабильность и высокие показатели – это заслуга каждого сотрудника компании. Аварийность на сетях удалось снизить на 39%. Именно 22-й год нас сплотил как энергетиков, мы все как команда ТЭК. В настоящее время по любым авариям, включая на участках ЖПТВС, включая на участках предприятий электрических сетей, на предприятиях Жасказганского ЭК, друг другу слаженно помогаем. Количество аварий и простоев в сетях у нас уменьшилось в разы. Большие даты в этом году отмечают и ТЭЦ городов Балхаша и Жасказгана. Станции уже Улутауской области исполнилось 70 лет, в то время как Балхашская ТЭЦ отметила 85-летний юбилей. Асет Бисеков на самую старшую станцию региона устроился больше 30 лет назад. Достойная зарплата, хороший коллектив и самое главное – любимое дело. Именно так энергетик рассказывает о своей работе в корпорации. Сегодня он в числе награжденных. Важно, чтобы работа была хорошая и без аварийной работы. Непрерывная, хорошая работа. Именно энергетики «Казахмыса» первыми бросились на помощь своим коллегам в Акибастузе, когда случилась авария и замерзал весь город. С силами мастеров было подключено к теплу 19 многоквартирных домов и 3 социальных объекта. Смонтировано 480 метров трубопровода, отогрето и отремонтировано 1400 метров магистральных сетей. За более 24 лет своим трудом сегодня заслужил этот медаль заслуженный энергетик ассоциации, энергетической ассоциации получил. Лучших из лучших отметили медалями от Ассоциации энергетиков. Вручили ордена Енбек 3-й степени, грамоты от Акима области и директора «Казахмыс Энерджи». Ирина Вабищевич, Наталья Заяц, 5-й канал.